Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такую вот шоколадочку Protein Bar со вкусом банана. Это шоколадка для качков, скажем так. Вот. А продается она в фикс-прайсе уже. Раньше продавалась только в спортивных магазинах, сейчас она уже везде. Здесь 50 грамм. Вот. Одна порция. Также у нас есть здесь витамины. Вы видите, витамин С, Е, вот, В6, В1, В2, фолиевая кислота, В12. Вот, то есть, вот так вот. Здесь есть витамины, и даже это, по-моему, еще немножечко мало. Я видела такие шоколадки, где довольно много витаминов. Вот, также здесь есть состав, даже способ употребления есть. Давайте посмотрим. Ага, вот состав. А кому интересно, вы можете сейчас нажать стоп и прочитать все это. Здесь условия хранения, все такое. Есть сайт ironmana.ru. Вот, и давайте же ее откроем и посмотрим, что же там внутри. Для этого нам понадобится наша помощница-тарелочка. Немножко она разломалась. Немножечко она долго ждала своего часа. К сожалению, у моих продуктов очередь на обзор. Поэтому так вот. Так, разрежем. Довольно режется она, мягенькая, не в холодильнике у меня лежала. Так, ну вот она, желтенькая начинка в виде бананчика. Так, никак не фокусирует. Ну, в принципе, вы увидели. Давайте ее попробуем. Насколько она сейчас стала вкусная. Ну, довольно вкусная. Такая чувствуется банан. Но немного жестковатая. И конфетка, когда ты ее разжевываешь, она прилипает к зубам. Это не очень приятно. Как бы ее отлепливаешь, пережевываешь дальше. Естественно, она вкусная. И жуешь ее довольно долго. За счет того, что она, видимо, прилипает к зубам, пока ты там все это отлепишь и так далее. Вот. Ну, немного жестковатая, да, сладенькая она такая, вкусная. Но лет 5 назад она была вкуснее гораздо. Вот, у меня муж спортсмен, поэтому у нас таких шоколадок было море дома всегда. Их было всегда очень много, и это моя самая любимая шоколадка, именно с бананом. Вот, и тогда, вот именно 5 лет назад, она была бесподобная, она была нежная, вот этот банан, вот, то есть вот эта вот начинка желтая, она была нежная, вкусная, она была обалденная просто. Вот, мне муж всегда покупал их очень много, и я по несколько штук всегда съедала их. Вот, сейчас она уже не такая вкусная. Вот, мы также пробовали, покупали не только в фикс-прайсе, а именно в спортивном магазине. Так как мне казалось, что, может быть, это подделка какая-то. Нет, они изменились просто. Вот, также, помимо банана, там есть разные другие вкусы. Кокосовые, с ириской, по-моему, с клубничкой вроде бы. Вот что-то, да, типа такого.
довольно вкусно для спортсменов, она после тренировки прям самое то. И, в принципе, также при беременности их, ну, я ела при беременности, потому что там какие-то витамины есть, по крайней мере, потому что при беременности хочется абсолютно все. Во время беременности хочется абсолютно все, хочется все съесть, всякую гадость какую-нибудь. Вот. В принципе, шоколадку рекомендую, ее можно есть, ее можно покупать. Также в Фикспрайсе, в ней ничего особенного такого нет, ну, немножко тут как бы шоколад вылез, но это ничего страшного. То есть она, ну, точно такая же. И в Фикспрайсе она, кстати, подешевле, чем в спортивных магазинах, потому что еще тогда, 5 лет назад, она в спортивном магазине стоила в районе 60-70 рублей. Где-то так. А в Фикспрайсе она стоит, наверное, лет, ну, господи, рублей 25, наверное, вот где-то так. Не помню, почем покупали, ну, где-то так. Вот. И шоколада здесь вот довольно много. И, кстати, что самое интересное, шоколад не остается на руках. То есть он тает, но он не особо остается. То есть вот, видимо, он другой какой-то. То есть посмотрите другой вот обзор других шоколадок. Там прямо остается шоколад на руках. Здесь, наверное, какой-то шоколад немножечко другой. Вот. Что хотел еще сказать? В принципе, на сегодня это все. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Как вам именно протеин бар, именно с бананчиком, с каким вкусом вы пробовали еще. Может быть, вы хотите обзор на какую-то другой вкус. Обязательно пишите. И следующий у нас сейчас будет с вами вот на такое вот. Это тоже в Фикспрайсе продается. Я сейчас буду на него тоже делать обзор. И он выйдет где-то рядышком с этим. Может, раньше него, может, позже него. Там уж посмотрим, как получится. Вот, всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.